Сегодня в России отмечают Старый Новый год. Этот праздник приходится как раз на середину святочной недели. В это время принято гадать на жениха. Как узнать свое будущее? Сейчас самый популярный запрос южноуральцев в интернет-поисковиках. Один из необычных способов – гадания на варениках. Какая начинка попадется, так и сложится год. Перед нами крупа. Она что у нас? Какой знак? К достатку. Если внутри кольцо, это к свадьбе, красный перец к переживаниям, мед к здоровью, монетка к богатству. Вариаций может быть сотни. Главное условие – лепить вареники самостоятельно. В магазине такие не купить. Много времени это не займет. Для гадания достаточно будет даже десятка вареников, ведь не обязательно во время гадания наедаться. Важно найти свою начинку. Выбирать вареник нужно не глядя, потом разламывать и смотреть, что ждет в будущем. Кусать с размаху лучше не стоит, чтобы не сломать зубы об начинку.